Всем привет, друзья! С вами Влад Широков, мой блог на Ютубе. В данном случае будем говорить о Тинькофф Инвестициях. И сейчас я, собственно, ищу акцию чуть-чуть дешевле, чем AMD, для торговли и инвестирования в нее. Рассматриваю только американский рынок. Так наблюдаю за акциями, которые когда-то вкладывался. Сейчас они потерпели огромный крах, $7. Даже можно посмотреть, сколько. А я ее продавал по 13.35. Она вообще $5 стоила. Нефтянка. В общем, огромный крах, собственно. Так. А он заново вставляет листы. Давайте искать, в общем, акцию. Конечно, иностранный рынок, только иностранный рынок. Потому что русский рынок — это говнище полное, на самом деле. Так, Alibaba. Я вот думаю, размышляю, взять ли Alibaba себе, так сказать, в избранное. Добавить ли его, ее. Идет возврат позиций, в принципе, Alibaba выжила после коронавируса, можно смело так сказать. Кто-то на ней хорошо поднял. А, не так уж хорошо, 18%. Я слабенькая, не буду ее брать. Не буду, что-то она слабенькая, прирост слабенький. Добавил в избранное. А Google... Не знаю, когда я смогу купить его в портфель. Ну, добавил Amazon, естественно, тоже. Amazon для меня — это какой-то рекордсмен, знаете, когда кругом такая жесть творится, в принципе. А Amazon растет. Представляете? Amazon растет. Это просто жестко. Но они гении. Ну вот, был 2448, да, неделю назад. Сейчас 2373. Ну, растет за полгода. Но там падение 1.5%. С 1000, вот когда это все пошло, жара с коронавирусом, 32% роста. Это колоссальный движ. Добавился я в избранное. Когда-нибудь поторгую. Мой AMD я сегодня заработал. Так, сколько я заработал? 10 центов, 20 центов. Ну, где-то рублей 70, наверное. На AMD я заработал. И потерял 500 тысяч. Но, при этом я поменял всю стратегию. Я поменял свой портфель. Почистился от мусора. Но остались еще русские акции. Вот у меня AMD-шечка. Сейчас падает, я ее продам на 57,9. Сказочка. Вот 57,92 я ее продам. Уже третий раз я сегодня делаю так. Так, осталось на продажу у меня Татнефть привилегия, Сбербанк привилегия, группа ЛСР. Вот эти подарочные через 2 месяца тоже я их солью. Яндекс. Вион пускай висит. Непонятно, когда он там исчехлится. Плюс дивидендный пускай лежит. Вот его оставлю точно пока. Этот мусор никак не зальется. Frontier никак не продаст. С огромным минусом. С минусом в 50% или 60%. И продаю, короче. На самом деле весь мусор продал. Сейчас я делаю список акций, которые у меня будут, надеюсь, на полгода вперед. Я делаю список акций, только доллары, только Америка. Все, короче, начал торговать заново. Это фактически, если быть с вами предельно открытым, я, короче, начал заново все. Вот то, что 25 октября
Сейчас 17 апреля. Новая жизнь. Новый движ, новая торговля. Все заново, как будто не было этих полгода. Вот так вот и живем, друзья. Так, буду придерживаться своей стратегии. Стратегии только американский рынок. И если торгуешь, то торгуешь сразу 7 акциями, не одной. И вкидывать равномерно. Все равномерно, одинаковое количество в каждую. Хотя бы примерно. Я понимаю, что цены разные на акции. Тяжело это как-то, собственно, усреднить. Буду только надежные акции покупать. Хватит мусора, хватит вот этого рискового говнища. Надоело, уже устал. Так, что же взять? Нефтянку вообще не рассматриваю, потому что нефть очень непредсказуемая тема, и она слетает. Вот Кока-Колу возьму. Я вот думаю, может сейчас взять. 20 баксов есть. Кока-Коле тоже можно заработать. Нормальная тема. Но он еле-еле она там чихлит. Кока-Кола, Макдональдс. Ну, то есть, что-то вечное буду брать, и все. И хорош. На самом деле, из дешевых акций, в принципе, ну, нечего выбрать. Я кроме Кока-Колы, там, Кока-Колы и AMD, ничего подходящего, в принципе, не нашел. Не нашел. Если вы нашли, можете написать в комментарии. Но я, собственно, не воспользуюсь вашим советом. Потому что советы слишком дорого обходятся, друзья. Вот этим мусором я тоже торговал Энду. По 4.41 продавал. А сейчас он 3.91. А во время этой чумы 2.28. Ёкаламане. Нормально так вылететь можно. Ну, я не нашел я больше акций. Давайте смотреть, что есть у меня в избранном. Надеюсь, как вам, кстати, подборочка? Оцените вот лучше подборочку и ответьте в комментарии, напишите. Поставьте обязательно лайк. Смотрите, Tesla Motors, AMD, Alphabet Classic, Alphabet Class, ну то есть Google, Coca-Cola, Visa, Apple, Facebook, MasterCard, McDonald's, Amazon, Netflix. Мне кажется, это самые лучшие акции, которые можно использовать, и типа, ну это точно надежная тема. А остальное просто мусор, вот бессмысленный мусор. Слишком рисковый. Но это моя точка зрения. Вы можете делать, как бы, как вы считаете нужным. Он немножко набрал просмотр. Tesla Motors. Не, мне кажется, это самый хороший список акций, которые, ну, прям пушечка-пушечка. Но я буду начинать с чего? С Coca-Cola и AMD. Вот вам сразу говорю, чтобы быть честным с вами, дорогими подписчиками. Ох, я вот когда-то здесь продавал. Ну, отрастет еще старушка. 0,93. Платит мало, конечно, девок. Ну, ничего, потихонечку. Ну, даже Вион мне порадовал, как-то заплатили дивы. Нормальная тема. А русские акции? Ну, что-то вообще не зашло, ребят. Серьезно. Что-то очень не зашло мне. Просто я не понимаю, как ими торговать, потому что, ну, тебе плюс там, но это слишком копейки какие-то, просто копейки. Я уже с AMD сделал там два раза ее вот сегодня. Раз 57.70 продал, купил, 57.89 продал, 57.70 купил. Не помню больше. Продажа. А, не сегодня. Почему 14? 14 февраля покупка. Вообще, какими числами мне пишут? У меня 17 апреля, тут 18, 14. Но Тинькофф глючит. 14 апреля. Я не мог покупать 14 февраля. А, 14 февраля. Все верно. Сегодня покупка, продажа, покупка. Не три раза.
Наёбываю, друзья, наёбываю. 57,9 сейчас ещё продам. Ну, короче, сколько я заработал? 7, 10, 10 центов. Ну, чутка заработал. Типа нормально. Плюс комиссия. Чутка. Не 70 рублей. Ну, буду вот так действовать, собственно, друзья. Оцените, пожалуйста, мой новый портфель. Моё, точнее, избранное. То, что есть. А, аналитика не является. Чего не так? Вот. Мне кажется, это пушечка. Просто пушечка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. В общем, будем стремиться к тому, что у меня все эти акции будут. Больше, в принципе, нет никаких акций. Как по мне. Нормально. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу в видеоформате. И ну, на брокерском счету можно хорошо потерять денег. Пока!